Здравствуйте, мои дорогие. Давно я уже не снимала. Не до этого мне сейчас пока. Но тут такой повод, что надо снять. Получила я на почте. Две посылки сразу. Вот это вообще пришла без обратного адреса. Прямо в мешке. Теперь я уже знаю, кто это отправил. Я ее вскрыла, потому что не могу ожидать. Думаю, я же не знаю, что там такое. Мои хорошие, я просто обомлела. Целая коробка. Кедровых орехов. Опять реветь буду. Это Сергей прислал. Человек огромной души вообще. Целую коробку переложено все. Это орехи, орехи, орехи. Все переложено как надо, и газеточками. Как надо разбирать, не знаю там. Ничего. Письма-то он, видимо, никакого не написал. Просто вот. Не знаю, может, вам не видно. Сейчас я покажу. Целое коробище кедровых орехов. Даже не знаю, что говорить. Дай Бог здоровья, Серёженька. Каждый раз говорю, какие же у нас люди. Спасибо, Серёжа. Вот, правда. И еще посылка пришла. Помните? Присылала мне посылку Марина из Подмосковья с насосом для машины. Она еще посылку прислала. Билет лотерейный. Я не могу. Ой, а тут все богачество. Растряслось все, конечно. Ой.
и сердолик, тут и тигровый глаз. Ой, целое. Ой, надо все разбирать. Посмотрите. Ой. Смотрите, из мелких ракушек какие штучки, бусики. Ой, да тут чего-то только нету. Это, видимо, браслет, наверное, был. Коннекторы какие интересные. Тоже какие-то камушки темненькие. Ой, перламутр какой. Ой, говорю, богачество целое. Ой, да тут разбирать, а разбирать. Слушайте, а это прям давнишние бусы-то. Чего тут только нет. Ой, какие штуки. Ой, какие. Крупный пластик, но знаете, какие здоровые бусины. И шапки тут к ним. Ой. Это что? А, это меховые. Ну вот делают нитку-то меховую такую, вяжут из них. Я тоже вязала, у меня есть две шапки. Таких. Ой. Пустим в дело куда-нибудь. Что-нибудь придумаем. Ой. Ой-ой-ой. А я еще получила, думаю, что-то так в ней громыхает. Так тут чего только не громыхает. Целое богатство. Спасибо, Мариночка, тебе большое. Я, конечно, с этим делом разберусь. Узнаю твои предпочтения. И что-нибудь хорошее с этого соберу со всего. Тебе потом отправлю. Ой, спасибо. Ой, спасибо. И билет-то лотерейный. Как выиграю чего-нибудь. Правда, никогда не выигрывала. Никогда ничего не выигрывала. А может быть, теперь выиграю. Спасибо, мои дорогие. Сережа и Марина. А еще что хотела сказать. Мои дорогие, спасибо вам за заботу, за внимание такое. Я сейчас на все комментарии не могу отвечать. Вы знаете, что я это. В курсе. Какие вы у меня золотые люди. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, пока. Так уж вы меня поймите, ладно? И делать-то ничего не могу, у меня все из рук валится. Но Бог даст, будет все хорошо, и все будет.
Ладно. А сейчас я пока просто вот читаю комментарии, реву и ничего не могу. Ну, будем надеяться на хорошее. Еще раз вам спасибо огромное. Всем здоровья. Деткам, близким. Я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас у меня дочка прилетит на неделю, младшая. Может быть, она мне поможет с монтажом. Но, во всяком случае, пока она не приедет, это видео будет у меня в подвешенном состоянии. Так что вот так, мои хорошие. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Я тут сначала думаю закрыть канал, а потом, как я без вас уже, я уже не могу. Я уже так привыкла, что вы у меня есть. Так что надо учиться самой монтировать. А там, глядишь, может, и Аленке полегчает. Так что ладно, вы уж извините меня, что грустно так это все. Но сейчас пока грустно. У нас, видите, как стало все. Уже листья попадали почти все. Завтра у меня Ирина улетает в Мурманск. В чем дела наши пока такие. Ну ладно. Я вас всех люблю. Все. Пока-пока, мои хорошие.